Сегодня мы расскажем про добрую женщину и заботливую хозяйку Марину Мираевскую. На работе она ответственная и трудолюбивая, а дома искренняя и чуткая. Специалист уже не первый год трудится в ясли-сад номер 5. Начинала с нянечки, сейчас же заведует хозяйственным отделом. У нас 4 интегрированные группы – это дети со зрением, с нарушением зрения. Коллектив у нас прекрасный, я работаю уже здесь 5 лет. На работе Марину Анатольевну все знают как первоклассного специалиста, надежного товарища и просто хорошего человека. Специалист талантливый, очень общительный, с людьми хорошо контактирует. Замечательный завхоз у нас, очень замечательный, трудолюбивый, исполняет все свои рабочие моменты. Уважает коллег, уважает сотрудников своих. Мария Анатольевна, замечательный специалист, работу свою знает. Сначала было тяжело, но она уже научилась и может обучать других людей. Она молодец. Но кто же самый откровенный и честно нам расскажет про нашу героиню, как не хоть и маленькие, но самые главные обитатели садика – дети. Она ласковая, тревожная, уважает всех. Самое главное счастье для Марины Мираевской – это ее сын Игорь. Чемпион городских, областных, республиканских и международных соревнований по дзюдо. Женщина признается, спорт отнимает большую часть времени у ее чада. Но когда выпадает возможность, семейство с радостью проводит время вместе. С сыном проводим время весело. Мы стараемся с ним. У нас мы любим ходить, кататься на коньках. В общем, когда был маленький, мы часто ходили на футбол, на хоккей. В общем, все, куда можно пойти, мы везде ходим, да. Сам Игорь, как и принято настоящему спортсмену и мужчине, про маму говорит кратко и лаконично. У меня мама самая хорошая, всегда мне помогает в беде. Я ей тоже помогаю всегда по уборке, она самая хорошая, я люблю ее. Марина всю себя посвящает семье. Вместе они любят смотреть телевизор, активно проводить время, а иногда просто листать семейный альбом. Не чает души в своей второй половинке и супруг Андрей Мираевский. Я супругу свою очень сильно люблю. Она мне, для меня самая красивая, самая лучшая, и самая обожаемая для меня. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск, 360.